Всем здорова, с вами Эдвин, вы на канале Мысли Геймс, и сегодня в этом видеоролике вместе с вами я вам покажу, сколько я купил монеты Tron, что это за монеты, и сделаем небольшую аналитику. Но прежде чем мы начнем, советую посмотреть вот это. Хочу посоветовать мой телеграм-канал, в котором ты увидишь полезную информацию про криптовалюту. Да и не только про нее, а также увидишь, как я живу и с чем сталкиваюсь. Подписывайся на канал, полезная информация ждет тебя. Мы находимся на CoinMarketCap, это рынок всех монет. Значит, монета Terra X от экосистемы Tron. Стоит она 1 цент. Рыночная капитализация составляет 11 миллионов долларов. Также объем за 24 часа 374 тысячи долларов. Смарт-контракты присутствуют Ethereum. Также можно подключить горячие кошельки Trust Wallet и MetaMask. И по поводу еще смарт-контрактов, это Binance Smart Chain и сам контракт Tron 20. Вот, дальше, веб-сайты у них присутствуют, White Paper, GitHub, социальные сети Twitter, Reddit, Facebook и Telegram. Рейтинг у них 4.4, почти 4.5. Также исторический максимум стоила эта монета 3 цента минимум, там вообще копейки. Вот, и по поводу хэштегов, это Layer 1, портфолио, это те, которые вложили в эту монету. Так, токен, медиа, payments, Tron ecosystem, это платформа, значит, на ней можно строиться на Tron. DeFi, децентрализованные финансы, smart contracts, стейкинг присутствует, DAO, голосование и Web3. Вот, еще... как его, Proof of Stake. Дальше, значит, график за все время мы тоже можем посмотреть. То есть, вот такой это график. Сейчас идет пока только на высоту. По поводу бирж. Есть на Binance, OX, Bybit, Upbit, Kraken, Gate, HTX, KuCoin, Max, Bing и другие биржи. Ну и давайте, собственно говоря, перейдем к самому их веб-сайту. Посмотрим, что здесь пишут вообще. Количество счетов. Можем посмотреть транзакций. Значение токена заблокировано. Передача количества основных токенов. Так, Tron здесь, чтобы помочь. Tron существует для расширения возможностей децентрализованной торговли и сообщества для каждого человека на планете. С момента своего создания в 2017 году сеть Tron по-прежнему ориентирована на два идеала. Это децентрализацию и расширение прав и возможностей. Мы позволяем разрабатывать децентрализованные финансовые и социальные приложения. Ну, то есть можно будет, да, вот как они пишут, финансовые и социальные приложения вместе с ними разрабатывать с помощью их инструмента и их платформы. И мы даем разработчикам и пользователям возможность владеть этой целью вместе с нами. В декабре 2021 года Tron стала Tron DAO, управляемой сообществом децентрализованной автономной организации, связанной с разнообразной и растущей экосистемой блокчейна. Приходите сюда с нами, сделайте Tron таким, как мир и там бла-бла-бла. В общем, понятно, что у них за цель. Это, в общем, чтобы другие пользователи могли создавать вместе с типа Tron. Также тут у них есть соцсети. Потом также я посмотрел экосистему. Вот у них по децентрализованным финансам это вот MyFend, Leongs, SocialSwap, SunSwap, всякие свапалки. Потом Gamify, вот такие вот игры. Tron Joy, но в основном их вот Tron. Или же, я так понял, когда пользователи подключаются к платформе Tron, они дают свое название, но при этом должны писать Tron. Вот мне такая мысль пришла. Потом NFT есть, стейблкоин, USDC, USDD, USDT, кроссчейн, ну короче и другое. И также вот у них есть Twitter, у них... я вот только не понял немножко, это же подписанных. Вот, да, это они 573 подписались человека, и вот их 1,5 миллионов человек подписано на их Twitter.
Вот. Тут выкладывают каждый раз какую-то информацию про Tron. И у них вот появился такой вот, типа, символ. Вот такая NFT-шка. И они сейчас ее очень сильно продвигают. Даже вон, видно, игрушки создали. Также Tron говорили, что они очень быстрые в плане обработки транзакций. То есть они в своей сети, они очень быстро обрабатывают транзакцию. Тут, походу, игра, чтобы остановить и поймать. Так, ну и, в принципе, понятно. И также у меня есть мой холодный кошелек Ledger, который я перекинул с биржи Binance, которую ссылочку я оставлю в описании, где торгую это на Binance, и OX. Ссылочки в описании. Перекинул с биржи на Ledger. И здесь у меня лежит сейчас 79 монет. Я думаю, пусть они лежат, пусть будут. Думаю, что я про Tron уже не первый раз слышу и знаю про него. Вот, лично вам сейчас рассказал про это. Вот. И решил тоже купить Tron. Также у меня есть мой телеграм-канал. Я там уже выкладывал новость, что я это купил. Вот. Поэтому подписывайтесь на мой телеграм-канал. Вот. Так что вот такая вот информация. Если хотите, я вас не принуждаю покупать Tron. Это просто мое личное решение. Если вы хотите, тоже можете приобрести и быть холдером этой монеты. Также они утверждали, что у них должны будут какие-то быть аирдропы. Вот, в связи с их 30 партнерами, которые работают вместе с ними. Вот, и чтобы быть в движухе, купил на $10 79 монет. Вот. Поэтому, в принципе, вот такой вот обзор вышел. Ну а вы подписывайтесь на мой канал, мой телеграм-канал, ставьте лайки. И, ребята, всем удачи, всем пока.